единства в нашем государстве. Как-никак, что не говори, а статья, которая за воссоединение русского и украинского народа историческая, вышла и на русском, и на украинском языке. Вот я прочитал, так как я обыкновенный гражданин. Маменька родилась у меня, так получилось, конечно, что в Казахстане. Хотя мне пришлось родиться в рагулятне, так что я ж не виноват. Все, и придется делать паломничество за мир и единство в нашем государстве. Все, подписчики, я вас обнимаю.